Ви любите родной дом? Я да. Просыпаясь утром, я знаю, что меня ждет сегодня. Комфортное жилье. Любимый чай. Любимая работа. Ради этого стоит жить. Все меняется. Ты один в чужом городе. Как начать заново? Чем заполнить эту пустоту? Я не врач скорой помощи, не пожарный. Я не спасаю человеческие жизни. Я гражданин своей страны. Я плачу налоги. Даю людям работу. Мы дарим веру в то, что их ошибки можно исправить. Даем возможность начать еще раз. Как начал и я.